Здравствуйте, дорогие друзья. Рита, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Аня. И, как всегда, по вторникам у нас в программе Анна Ласточкина, которая сегодня находится в Эстонии. Ну что ж, сегодня мы говорим, мы продолжаем разговор о питании и зерновых, да, зернобобовые включим сюда, как основа нашего питания, как планета с этим связана, и, в общем, все вот все об этом. Ну что ж, поехали? Поехали. Но прежде всего я хочу сказать, почему мы едим зернобобовые и почему именно эти продукты составляют основу нашего рациона. Дело в том, что именно сложные углеводы, это то, что собой представляют зернобобовые, должны составлять основу питания человека, потому что это такие сложные, сложноструктурные крахмалы, полисахариды, которые очень долго перевариваются. И благодаря тому, что они перевариваются длительное количество времени, часов, у нас есть такой источник энергии длительный, как батарейка в нас. То есть мы не должны постоянно потреблять пищу. Например, если мы будем питаться одними моносахаридами, например, фруктами или овощами или ягодами, то у нас не будет того запаса энергии на весь день, который нам требуется, и у нас будет потребность перекусывать постоянно. Так, в частности, питаются животные, у которых, ну, скажем, мозг не такой развитый, как у человека. Дело в том, что для того, чтобы развился мозг, человеку нужно было вот это время, нужна была культура. А культура всегда связана с зерновыми. То есть зерновые, они как бы консервируют на время нашу потребность постоянно питаться. Вот если мы возьмем слона, то сколько нужно, чтобы прокормить слона? И на фермах в Таиланде, например, все время говорят, сколько нужно питания этому животному, потому что он постоянно ест и должен поддерживать как-то свое существование. Это 100-150 тонн зелени в день. И, ну, если перевести это на наш вес, то получается, что если бы мы питались только листьями, нам нужно было бы большое количество килограммов листьев в день. То есть это постоянное собирательство, и это невозможно, ну, нет возможности для возникновения культуры. То есть для того, чтобы передавать что-то потомкам, то есть сохранять какие-то ценности, знания и их передавать, потому что человек бы остался тогда, ну, как говорится, собирателем. По крайней мере, такая теория существует вот в диетологии, в исторической диетологии, что мы постепенно эволюционировали и пришли к потреблению сложных углеводов. И все цивилизации, которые мы знаем, древние, они зародились с землепашества. То есть основание городов пошло с того, что люди начали употреблять какой-то вид зерновых. И вот, ну, да. И, да, да, я, у меня возник вопрос, но это ничего, он может подождать. Дело в том, что, да, исторически это все связано с земледельчеством началось. Но как быть с тем, что особенно вот у нас здесь в Америке все кричат «глутен, глутен, глутен», чуть ли не до того, что вообще все зерновые надо прекратить кушать, потому что везде есть что-то, в смысле везде есть глутен, который нам мешает, особенно тем, у кого там проблемы с пищеварением, там всякие аутоиммунные проблемы, все исключить, исключить, исключить. Что же нам с этим делать? И вообще, как это связано с астрологией? Как это вообще образовалась, такая проблема глютеновая, да, в современном обществе? Дело в том, что по данным, таким самым, ну, статистическим данным, всегда страдала вот этой глютеновой болезнью 1% населения. То есть всегда есть какой-то процент населения, который не способен переваривать какие-то определенные продукты, продукты, компоненты пищи, компоненты, какие-то, да, ее составляющие. Это нормальное явление, потому что у нас есть такие тела, если уж мы говорим астрологически, с проблемой. И эта проблема тоже может быть видна в гороскопе. Угу. Что касается глютена, глютен — это клейковина, которая содержится в пшенице.
она содержит по большей части в тех зерновых, из которых можно сделать хлебобулочные изделия. То есть, чтобы образовалось тесто, нам нужен глютен. И невозможно ничего приготовить, вот из риса невозможно сделать там оладьи, скажем. Да, ну, в принципе, что... сейчас умудряются люди делать из любых, да, из любых зерновых. Ну, в общем, я тоже пыталась, да. Но если так посмотреть исторически, то было это сложно сделать. Легче всего давались такие зерновые, как пшеница. Пшеница, да. Манка тоже пшеница, да? Да, манка тоже пшеница. А во ржи есть глютен, то есть поэтому есть ржаной хлеб. И овес тоже, там есть какое-то содержание глютена. Глютен сам по себе не страшен. Ну, он сам по себе, это просто компонент, составляющий вот этих зерновых. По большей части пшеницы. Пшеница это вообще прародительница культуры. И сейчас нужно сказать астрологически, с какой планетой связана пшеница? Как вы думаете? Так вопрос. А я думаю, что с Солнцем. Да, конечно, да. Пшеница. Вопрос на засыпку, да. Ну, мы возьмем сразу две планеты, Солнце и Луна. И две таких основных составляющих нашего рациона, это пшеница и рис. Рис – это Луна, пшеница – это Солнце. И если мы даже разделим мир наш вот, на две культуры таких глобальных, мы увидим, что половина населения питается пшеницей, половина населения питается рисом. Ну, я не знаю, сколько... Вся Азия там... И весь Запад на пшенице. Зарождение вот этой пшеничной культуры тесно связано с культом Солнца. И вообще вот с солнечными божествами, если мы вспомним древний Иран, говорят, что там зародилось земледелие, древняя Персия, или Египет, то это все пшеница, и там превозносился такой культ солнца. И потребление пшеницы повышает солнечную энергию в человеке, повышает стойкость, такую ригидность, следование своим принципам, стержень какой-то. То есть само употребление пшеницы это позитивно. Но дело в том, что Солнце, если мы посмотрим астрологически, это Крура Граха. То есть это планета, которая жесткая. Она жесткая, жестокая. Есть такой аспект у Солнца, когда Солнце выжигает. И у Солнца вообще три составляющих. Это рождение, созидание, поддержание и разрушение. И вот помните, когда мы говорили о вкусах, тоже о солнечном вкусе, мы говорили о том, что солнечный вкус не является повседневным. Также и пшеница не может употребляться в очень-очень больших количествах. Это будут зерновые, которые соотносятся с мягкими грахами. Вот тот же рис. У кого проблема с глютеном, нужно переходить на рис. Да, потому что рис не содержит глютена. Рис – это лунная энергия. И вот эти зарождения других цивилизаций на рисе, можем посмотреть, насколько они отличаются по мировоззрению. То есть сам рис сформировал другое мировоззрение. Если солнечные цивилизации – это цивилизации, где развивается личность, западная культура, где развивается вот эта такая стойкость, упорство, воинственность в том числе. Ну, нельзя сказать, что на Востоке нет этой воинственности, но все же, если мы посмотрим в сравнении таком глобальном, то восточные культуры, там больше стерта личность, они больше такие лунные, лунного типа. Да, то есть у них больше работает, лучше их сознание работает, в принципе, да? А нельзя сказать, что... по-другому. Их по-другому работает, потому что изначально все-таки Солнце, и на этой планете нужны все-таки цивилизации солнечной составляющей основной, потому что это двигатель, это вот, ну и западная культура этим отличается. И сейчас у нас идет такое вот, это было разделение мира на пшеницу и рис, идет смешение. У нас уже нет такого, ну, в том же Таиланде, который существовал века на одном рисе, и где не было хлеба, уже лежит хлеб на полках магазинов. Ну, потому что идет смешение культур. Ну, люди переезжают. И также... Приносят свою культуру, да. Да. Азиаты начинают есть пшеницу, а мы
переходим на рис и так далее. Вот рис, кстати, женские зерновые, и можно заметить, что женщины часто худеют на рисе, на рисовой диете. Это да. Да. Есть. Рис успокаивает, рис гармонизирует, то есть это там нет вот этой жесткой энергии солнца. Так вот, если пшеницу употреблять в избытке, плюс еще прибавлять нездоровый вариант вкуса солнечного, а это выпечка, то получается переизбыток с пшеницей и сильный перегруз пищеварительной системы. Любые зерновые, которые связаны с Марсом, Солнцем, Сатурном, они плохо перевариваются. И Солнце всегда стоит в стороне от Марса и Сатурна, потому что Солнце одновременно все-таки еще обладает таким изначальной энергией, которая нам нужна. Вот у Солнца есть такая составляющая, как дарование жизни. То есть без Солнца мы никто, мы не существуем без Солнца, но одновременно луч Солнца радиоактивен. Mm-hmm. То есть мы должны выстраивать вот это вот по отношению к солнечной энергии, все время дозировать ее в гармоничной степени. И это относится к пшенице. И пшеница в лучшем виде — это пророщенная пшеница. Не в первые, то есть когда еще росток не достиг размера более 5 миллиметров. То есть это вот какая-то одна вот стадия этой пшеницы. И она является целительной. И для людей, у которых слабое солнце, и у них как раз-таки слабое солнце может вызывать проблемы с пищеварением, особенно если оно связано с лагной, с лагнешем, то есть связано с телом. То есть слабое солнце и вызывает как раз-таки склонность к тому, что зерновые могут не перевариваться, именно пшеница может не перевариваться. И вот это глютеновое заболевание, ну сейчас это такая мания, почему? Да. Потому что глютен стали добавлять везде, его выделили в нашем веке, или в прошлом веке уже из пшеницы, и стали продавать отдельно, он добавляется в соусы, он добавляется куда угодно, потому что это клейковина, она помогает скрепить компоненты пищи. А это делать не рекомендуется, потому что это как раз-таки жесткая энергия. Причем это еще расщепленное солнце, можно сказать. Это вот та его часть, которая плохо переваривается, может вызвать проблемы с кишечником. Еще если астрологически сказать, это должен быть задействован знак Девы. На уровне какой-то из карт, в которой мы смотрим именно здоровье человека. Это D6, D30, ну это уже такие частности, но если говорить в общем, то с глютеном я бы связывала солнце, слабое, пораженное, и знак Девы, когда кишечник, ну вот этот желудочно-кишечный тракт недостаточно сильно, так, ну, можно сказать, недостаточно силен. И его можно тем же самым, той же самой пшеницей можно тренировать. То есть если употреблять правильно. Мы же употребляем сейчас солнце, оно что требует? Режима. Главный принцип солнца — это режим. То есть солнце встает всегда в одно время, заходит в одно время, и если жить солнцем, то мы будем здоровы. Так вот, пшеница тоже нам дает такой урок, как жить с солнцем вместе. Это значит, что питаться зерновыми, в лучшем их проявлении это пророщенные зерновые, до 12 часов. Да, где-то примерно в середине дня. Да, когда пищеварение самое лучшее, да. Когда огонь пищеварения разгорается. Да. И таким образом желудочно-кишечный тракт еще не только получает и может усвоить эту солнечную энергию, но он еще тренируется переваривать другую пищу. Потому что солнце все время нас тренирует. Самый здоровый желудочно-кишечный тракт — это тот, который умеет все переваривать. И тот, который реагирует все время, говорит, ой, я такой чувствительный, я на это не реагирую, я это не умею есть, это не перевариваю. Вот какой я особенный. Это значит, что проблема с желудочно-кишечным трактом, а не особенность. То есть аллергии, они возникают уже, когда там есть дисбаланс, непорядок. И можно, например, подсесть на сыроедение и ослабить себе пищеварительную систему, потому что это будет такое сыроедение, которая будет основываться на моносахарах, на фруктах и все. Ну, то есть, и тогда пищеварительная система за неимением тренировки она просто отключает свои функции. Потом очень трудно переваривать крахмалы.
Да, это мы говорили о Луне и о Солнце, как вот о двух основных вот этих продуктов, которые могут стать основой нашего рациона. Это либо пшеница, либо рис. Но есть еще и другие планеты. То есть еще... каждой планете соответствует определенная зерновая культура? Да, да. Очень интересно. И дело в том, что есть ведическое знание и аюрведическое, о том, какое зерновое или зернобобовое соответствует какой планете. Mm-hmm. Есть также западные представления. Я поговорю и о тех, потому что мы все-таки питаемся по западному образцу. И посмотрим сначала, с чем ассоциируется следующая планета. Это Марс. Марс тоже является планетой злотворной, планетой, которая не соответствует такому зерновому, который нужно потреблять постоянно, на постоянной основе. То есть, если мы будем только питаться марсианской пищей, как мы помним, то, ну, то у нас начнутся какие-то обострения, связанные с переизбытком Марса в организме. И марсианское зернобобовое, можно сказать, бобовое, это красная чечевица. Это в индийской традиции. То есть это красная чечевица, она обладает такими свойствами, как стимуляция. Ее употребляют для того, чтобы стимулировать иммунитет. То есть она связана с марсианскими какими-то характеристиками. И, ну, не знаю, у кого красная чечевица входит в повседневный рацион. Нет, думаю, скорее что таких всего, немного. Да, скорее всего, таких немного. А марсианские зерновые по западному образцу, это у нас ячмень. Тоже мы ячменем не питаемся не постоянно, не очень часто. Больше лошади, да? Да, потому что этот продукт, он, кстати, может произрастать свободно повсюду. То есть ячмень такая неприхотливая культура, и им питались, исторически им питались люди северные, которым нужно много силы. Ячмень называют гладиаторы, кстати, гладиаторов кормили ячменем. Uh-huh. Ячмень стимулирует логическое мышление, что опять связано с энергией Марса, способность реагировать, способность быть выносливым, вот, и реакцию хорошую демонстрировать. И гладиаторов называли по-другому человек, который питается ячменем. Угу. Вот это такая марсианская еда, которую мы, кстати, практически не употребляем. То есть, ну, вот. Ну да, наверное, нам не очень-то хочется воевать, да, иметь именно ту силу, которая вызывает вот такую марсианскую силу. Да, но опять же, наверное, у человека в гороскопе, в карте видно, если ему... А стоит вообще такую пищу употреблять или может быть? Да, если упадок сил, например, нужно по Марсу как-то проделать работу, если у человека упадок сил, он может питаться ячменем. И других продуктов при этом нет. Это имеется в виду зерновые, это основа какого-нибудь сообщества, существования, вот, ну, скажем, северной деревни, которая выжила на ячмене. И вот через эту энергию Марса, то есть это такой, это зерновое для выживания. Да, очень питательное и стимулирующее именно вот силу, такую марсианскую силу внутри организма. Так, ну хорошо, что у нас дальше? Следующее. У нас дальше Меркурий. Приятная планета. Соответственно, делаем вывод, что те зерновые, которые соответствуют, они могут составлять основу рациона и часто поедаться, употребляться. Это у нас в индийской традиции. Так, ну, не только в индийской, у нас тоже это есть. Такие зеленые бобы мунг. Вот мангдал, то, что называется еще, да? Мангдал. У нас они называются, да, или мун, или мангдал. Они по-разному пишут, даже в индусских магазинах. Но они бывают и зеленые, и такие расщепленные, желтые, как дороже. Ну, имеется в виду зеленые. То есть... потому что зелень соответствует Меркурию, зеленый цвет. И вот эти зеленые бобовые, они очень питательные, и они насыщают
разнообразием своим. То есть вот это разнообразие там подчеркнуто в этих бобовых. Опять-таки при ослаблении организма, если какого-то вещества не хватает, то они балансируют и додают это вещество. Аня, скажи, а вот такой вопрос. Если человек, вот, допустим, любит, ему нравится вкус, вот, допустим, даже вот возьмем тот самый мангдал, это значит, что вот как бы, как астрология на это смотрит, ему надо его побольше или наоборот, это какая-то уже привязанность к этому продукту, который очень нравится, и который, в принципе, готовится чуть ли не каждый день, допустим. Ну, если это нравится, если это здоровый вкус и здоровый вариант, то это можно употреблять каждый день. Да, да, тут я говорю о здоровых сейчас. Зерновые, в принципе, основа нашего питания – это здоровые вкусы. Есть меркурианские нездоровые вкусы – это, например, жареное мясо, пережаренное что-то, вот где вот есть это такое послевкусие, которое нас может привязать очень сильно. За счет вот того, что собраны разные компоненты, еще там дымок какой-нибудь, вот все такое пикантное. А здесь в данном случае можно употреблять без ограничений. Ну, мы не наедимся так этим горохом, чтобы вот им навредить. Это надо, ну, это надо иметь тенденцию переедать каждый день. Да. Это здоровый вариант. Да, это совершенно это правильно. Это очень, очень здоровая пища. И я, например, очень часто делаю, раньше часто, сейчас реже, так называемые кичери с употреблением, использованием, да, знаешь, такое блюдо. Рис с мангдалом, там еще можно и овощи положить. Вообще это йоговское такое блюдо, которое очищает. И даже можно при очистках различных его использовать. Да, спасибо. Да, ну это значит сочетание Луны и Меркурия. То есть овощи, соленый вкус плюс Меркурий, то есть это сочетание Меркурий-Луна получается. Да. Следующее. Я не сказала, я сказала про вариант... Индийский, аюрведический, да. А что же у нас западный? Западный вариант. Западный вариант – это пшено, пшенная каша, пища наша, меркурианская. Она содержит какие-то такие интересные компоненты, сбалансированные. Это диетическое питание, диетическая крупа, пшено или по-другому просо. Однолетнее растение, оно прорастает опять-таки где угодно и достаточно распространено по всему миру. Неприхотливое, все это сочетается с энергией Меркурия. И еще просо или пшено способствует такому вот омоложению, в диетах часто используют, и способствует очищению кожных покровов. Это тоже связано с энергией Меркурия, потому что Меркурий управляет всей покровной тканью в организмах. То есть все, что где-то покрыто у нас чем-то, кожа, это все Меркурий. И как раз-таки пшено, оно вот связано с этой, с меркурианской энергией. Так, еще одна планета — это Венера. Венера тоже приятная. И в индийской традиции соответствуют Венере бобы гиацинтовые. Вот красная фасоль. Так, красная фасоль. Да, это красная фасоль целительна для почек. Есть еще... Оно той же формы, конечно. Да, знаете, да, такое вот явление, когда говорят, что какой формы овощ там или зерновой, такой орган он может исцелить. То есть на такой орган этот продукт влияет благотворно. Ну и вот Венера связана с работой почек в гороскопе, если мы смотрим. Также это очень питательная пища. И... Что еще сказать про Венеру? А это с точки зрения аюрведы или индийской запад? А что у нас в западной соответствует Венере? Что-нибудь очень вкусное должно быть. Что это было сейчас? Овес. В западной соответствует овсянка. Овсянка. Ну что, очень многие любят овсянку, овсяную кашу. Да. По утрам.
Да. Тоже питательно. Овсянку, кстати, мы любим накладывать на лицо. Любим, правда. Да. И чтобы омолодиться, чтобы у нас кожа разгладилась и напиталась. Тоже есть такой венерианский аспект. Угу. Да. Что у нас еще дальше? Есть еще... Еще планеты есть, да? Еще... Да, да. Я думаю, не пропустила ли я еще что-нибудь. Сатурн последним. Сатурнианская пища, она, конечно, такая тоже связана с эффектом неоднозначным. И в индийской традиции, в аюрведической традиции, это кунжутное семя. Кунжутное семя считается очень полезным, как источник кальция для костей, для зубов. И кунжутное масло, которое выжимается, это все находится под управлением Сатурна. Да, и с одной стороны полезно для поддержания вот костной системы, тоже с Сатурном связано. Костная система связана и с Солнцем, и с Сатурном. Но с другой стороны, если мы питаемся кунжутом регулярно, и если у нас уже есть проблемы какие-то, связанные с застоями в организме, ну, например, склонность к тромбам, то кунжут категорически не рекомендуется. А постоянное потребление кунжута ведет к запорам, опять-таки, вот к застоям в организме. Если есть камни в почках, тоже кунжут нельзя. Если закольцован организм, то есть есть какие-то вещи, которые связаны с отложением, с отложениями вот этими, то тоже нельзя кунжутное семя. А вот, например, мне не рекомендовано кунжутное семя, мне как-то аюрведический врач делал диагностику. Ну, вот я с удивлением для себя заметила, что кунжут надо вообще полностью исключать из рациона. Хотя, казалось бы, это источник кальция. Все говорят, кунжут замечательно. Потому что тип тела такой, который накапливает. Ну, вот это капха есть и... Да, пита, и... пита с капхой, наверное, да? Да, пита с капхой. Пракрити пита капха. Вот. И кунжутное семя не рекомендовано. Вот. А, я же пропустила еще одну. Все сейчас... Юпитер пропустили. Юпитер, да? Я пропустила, да. Ну, что-то должно было быть. Что еще у нас с Сатурном? Еще какой-то продукт? Сатурн, а кукуруза еще связана. Если мы берем западную традицию, это кукуруза. Кукуруза – неполноценный белок. На одной кукурузе не протянешь долго, потому что не будет хватать витаминов В. Там много витамина А, но не хватает В, и еще белки не сбалансированы. И поэтому индейцы, которые жили на кукурузе, они дополняли бобами. У них было, они не выращивали пшеницу, они не выращивали овес, насколько я знаю. Они выращивали в основном кукурузу и добавляли бобов много, чтобы компенсировать недостаток аминокислот, белков. Ну, а сейчас здесь в Америке у нас вся кукуруза практически, там, может быть, есть какие-то сорта, которые нет у них GMO, генетически модифицированного, да, добавок, а в смысле, то есть ее в принципе и не надо на нее особенно... Да, ставку не надо. Да, да, делать ставку не стоит. Хотя многие любят, вот у нас летом начинается сезон барбекю, и это все, конечно, жарят и варят, и очень многие люди покупают, не обращая внимания ни на... какие GMO, ну, конечно, следить за этим нужно. Сейчас вообще очень сложно с продуктами в этом плане. Я не знаю, как-то, если раньше продуктов не хватало, допустим, у нас в России, и мы стояли в очередях и пытались каким-то образом их добыть, вот теперь в Америке, ну и в России то же самое, они в избытке, но какие выборы, чтобы они не принесли вреда, мало того, что... Если мы знаем, какие приносят пользу, но если они еще генетически модифицированы и везде глутен, то вообще здесь народ говорит у нас или не обращать внимания не надо ни на что, или вообще вот или заниматься земледелием. Да, что я, в принципе, и начала делать. Да. Так это решается проблема питания только в частном сейчас образом. Да, переходить на натуральное хозяйство или вообще натуральный обмен. По-моему, все к этому идет. Да. Хорошо было. Мир к этому движется, конечно. Но у нас всегда есть выбор, да, сейчас. Допустим, что меня касается, если путешествуешь много, то в основном не обращаешь внимания ни на что.
такие вещи, да. А как с продуктами в Эстонии? Там хорошие, качественные, вкусные продукты, я думаю. Эстония изначально страна хуторов, и здесь сельское хозяйство является таким основой. И если посмотреть даже гороскоп Эстонии, то можно увидеть, что это восходящий телец и Лагнеш в четвертом доме, и плюс еще три или четыре планеты в четвертом доме. То есть вот эта хуторская система, здесь нет такого масштабного производства какого-то, и здесь доступно все. Доступно, можно заказать по интернету с хутора чернику, там, конопляное семя, там, льняное семя, любые продукты натурально выращиваемые. То есть, ну, тут даже это в посылке присылается, что для меня было такой неожиданностью. Ну, здесь все, здесь хорошо налажены коммуникации, mm-hmm. и можно, например, с острова Саарема заказать себе через... Господи, как называется, через eBay, да, чернику. И она придет в посылочке, в определенном ящичке будет лежать. И будет свежая. Дни дня, да, будет свежая, да. Замечательно. Она сама по себе маленькая, то есть здесь расстояния небольшие, и все работает очень слаженно. Она считается одной из самых таких передовых стран, где развиты технологии. Технологии вот интернет, коммуникации, ну, потому что население небольшое, и очень легко отрабатывать все технологии на небольшом количестве людей. Все можно сделать через интернет по интернету, в том числе купить экопродукты. И с этим все замечательно. И в самих магазинах есть целые отделы, где экопродукция представлена от фермеров. Замечательно. Ну что ж, поехали дальше. Мы пропустили Юпитер. Юпитер, да. Юпитер, если мы смотрим аюрведу, то это нут. Такой. Молт? Нут, да. Нут. Окей, да. Ну, это такие большие бобы белые. И из них еще делают, забыла, как называется, такую пасту нутовую. Ну, возможно. Еврейское национальное блюдо. Это имеется в виду эти бобы. Чикпис они называются еще, по-моему, здесь в Америке. Да. Окей. Вот это я слышала. Да, и делают из этого хумус, то, что называется хамус по-английски. Да, хумус. Называют, да, понятно. Из этого делают хумус. Это очень питательная такая паста. Она связана со вкусом Юпитера. Она хумус? Да. Хумус? Нут. Хумус. Называют, да. Угу. Нут повышает настроение. Нут способствует тому, что человек стабильно себя чувствует. Он, конечно, способствует полноте тоже. Uh-huh. То есть это очень питательная масса, питательный боб зерновой, бобовая. Uh-huh. Бобовая, да. И, ну, и что еще про него сказать? На самом деле, я, например, знаю, что все, в принципе, сейчас даже говорят о том, что все зерновые и бобовые лучше всего вымачивать. И как у тебя с этим вопросом? Вопросом? Да, вымачивать, ну, дело... Лучше переваривалось, да. Да, они быстрее тогда готовятся, меньше нужно термообработки, это плюс. Когда говорят, вымачивают, пробуждается жизнь, Да, начинают уже как-то намокать. Пророщенный нут, кстати, едят. Нут можно есть пророщенным. И вот, например, какие-то другие бобовые опасно есть пророщенными, потому что они содержат токсичные вещества. Ну вот нут можно. А мангдал я еще проращиваю тоже. Зеленый этот, который у нас. Ну его тоже можно. Да, да, да. Да. Меркурианская. Он хорошо, очень хорошо быстро растет. Угу. Да, мунг тоже можно проращивать, вот нут можно проращивать, фасоль нельзя проращивать. Но фасоль содержит токсичные вещества. Угу. Ее нужно все-таки термически обрабатывать. Не знаю, как насчет красных, ну не красную тоже, конечно, так это с венерианской связано энергией. Еще какой-то к Юпитеру или только у нас один бобовый? Так,
Так, к Юпитеру. Рош. Рош относится к Юпитеру. Рош напоминает солнце, пшеницу. И у нас есть пшеничный хлеб и ржаной хлеб. В ржи тоже есть глютен, кстати. Да. Но меньше, насколько я знаю, что в основном это пшеничные, все это пшеничная мука, потому что рожь гораздо сложнее слипается. То есть ржаной хлеб, он рассыпается туда. Туда даже наверняка добавляют глютен искусственный, ну, тот, который выделен из пшеницы, чтобы ржаной хлеб получался в форме булки. Да, вот. И Солнце и Юпитер, они по своим свойствам схожи, только Юпитер, он более, ну, Юпитер это благотворная планета и более мягкое такое значение, более мягкие продукты получаются те, которые находятся под влиянием Юпитера. Но все продукты под влиянием Юпитера, они способствуют все-таки набору веса, хотя рожь нет. Вот в западной традиции рожь все-таки, я вот читала, написано, это еще есть такое искусство диетологии по западной традиции астрологической, и оно часто используется, вот часто об этом говорят в вальдорфовских школах, то есть там еще Рудольф Штайнер, вальдорфовская школа, и вот там в садиках и в школах не знаю, потому что в школах не кормят регулярно, а в садиках именно так. Вот мы едим сегодня такое зерновое, потому что сегодня у нас, ну, скажем, пятница, мы едим овсянку. В понедельник мы едим рис. И вот, а вот это, потому что связано с планетами. И они там прямо по планетам каждый день кормят детей какой-то определенной кашей на утро. Да. И как это вообще работает? Как эти дети? Они здоровые? Они у них умные? Есть какие-то вообще исследования по этому поводу? Ну, не Благоприятно знаю, ли это? Прошел такой садик, он ел так каждый день. По понедельникам он ел рис. По вторникам не помню, что он ел, по средам, ну вот у них вот так вот было, овсянка по пятницам, ржаная каша у них была, это было тут в Эстонии, тут все зерновыми замечательно, и, ну, я могу сказать, что это полноценное питание, когда мы в основном рационе в зерновых чередуем разные блины. Разнообразие, да. То есть есть такое разнообразие. Мы не только на пшенице сидим, мы не только блинчики с утра едим. То есть вот эти вот. Мы едим и то, и пшено, что очень даже. Пшено меркурианское. У них была каша в среду пшенная, вот точно. И вот, вот эта последовательность, она соблюдалась, чтобы каждый день есть что-то свое. Такое. Вот. Я думаю, что надо попробовать. Мне это нравится, так как у нас есть такое вот желание одеваться по цветам, то, может быть, это надо вообще попробовать. Но только, мне кажется, не летом. Летом как-то не очень хочется кушать каши с утра, это довольно тяжеловато. Да, это тяжело. Это пища на весь день. То есть, если мы поели, то это значит, что больше есть ничего не надо. И должно у каши очень долгий вот этот период переваривания. И это хорошо для режима, опять-таки. Вот в тех же садиках они поели эту кашу, и они до обеда, ну, у них есть энергия. То есть у них есть энергия, они ничего не едят, не перекусывают. Вот. Ну, а мы-то перекусываем. И вот эта проблема глютеновая. Из-за того, что надо поесть даже вот этот хлеб, пусть это будет испеченный хлеб, но после него не надо есть там апельсины, мандарины, яблоки, конечно, что-то конечно. Перекусывая, потому что это все начнет бродить, и это все на кишечнике отражается. И не надо это запивать. Да, и не надо это запивать. И бобовые тоже у них очень долгое время переваривания, то есть они должны там лежать, и все, мы ничего сверху не кидаем. Абсолютно. Мы работаем, мы занимаемся интеллектуальной деятельностью, физическим трудом, развиваемся вот, культурно. Да. Потому что именно вот эти составляющие пищи, вот, когда человеку было дано свободное время, чтобы не бродить в поисках пищи, очередного листика там, или корешка, или еще чего-нибудь. Вот, вот это вот основа культуры. Зерновые — это основа культурной жизни, вот, развития цивилизаций.
Ну что ж, это было очень интересно и очень познавательно. Спасибо большое, Аня. Если, дорогие радиослушатели, у вас возникнут вопросы, с нами можно связаться на это SunGates 108, это Skype. Страница у нас есть в Фейсбуке SunGates Radio. У нас есть сайт, на который вы, надеюсь, сейчас нас слушаете, sungatesradio.com. И найти можно и Аню там же, она ответит обязательно. И если нужно, захочется какой-то сделать более глубокий гороскоп, просмотреть свою карту и посмотреть, опять же, Аня подскажет, где чем питаться, и где, когда можно похудеть, и где лучше приложить к этому усилия, или наоборот, не стоит этим заниматься. Вот, обращайтесь, пожалуйста, к нам в центр SunGates, и мы свяжемся с Аней и попробуем вот такой вот сделать анализ. Спасибо всем огромное. Спасибо. Мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня, ночи. До свидания, Аня. До свидания. Всего доброго. Всего доброго всем. Счастливо. Пока.